Здорово, народ. Вот такая вот у меня картина маслом, короче. Ну, это я уже прихватил. Вот фишка в чем, что здесь вот стояло крепление. Кому-то будет интересно просто посмотреть возню. Вот. Ну, ладно. Значит, в чем вопрос этот? Отвалилась у меня вот эта вот труба. Вот я ее тут на шнурок повесил, висит. И мне нужно теперь ее переварить так, чтобы она была ни выше, ни ниже, ни право, ни лево. Иначе не совпадет крепление, подвес. И здесь вот мы еще снимем подвес, его будем вваривать в каком-то из этих мест. Он тоже где-то находился. Но сейчас еще я не могу. Вот немножко прихвачу трубу, потом полезу под машину, видимо, с этой трубой. Буду что-то там пытаться попасть. Вот, значит, что тут у меня? Приготовил я... Значит, положил на трубу, немножко так постучал по ней, распрямил ее, разогнул. И у меня получилась вот вторая часть, потому что здесь все сгнило. Не сгнило, а сгорело. Сейчас мы присобачим вот эту вот вторую часть сюда. Обварим. Здесь вот крепление у нас хорошее. Обварим, потом все это дело тут сварим. И, наверное, вот так вот оно. Ну, хер его знает. Ну, сейчас подобьем молоточком. По-моему, вот так все-таки. Да. Я подбиваю молотком, оно плотно садится. И, ну, вот, да. Вот. Ну, и вот у меня кусочек тоже здесь. Я его чуть-чуть прихватил. А вторая половинка вот осталась. Мы ее вот сюда вот как раз-таки вот и присобачим. Ну, и обварим. Удлиним уже. Уже отгорит где-то здесь. В принципе, этот глушитель уже он все на исходе. Вот. Его уже нет смысла ремонтировать, но еще на разок. Это я уже второй раз его варю. То он у меня здесь отвалился. Потом у меня гофра тут вот накрылась. В общем, смотрю, что он везде уже, везде доходит до кондиции. В общем, нет смысла с ним возиться в дальнейшем. Поэтому это последняя моя возня. Вот таким вот образом мы это дело здесь подварим. Ну вот, ну я как варить не буду показывать, сейчас просто обварю, а там уже будет видно, что из этого будет выходить. Так, ну он реально меня достал, этот глушитель. В общем, обварил я здесь все. Вот в этом месте, видно, да? Бат, здесь дырка. Вковырнул, здесь пошла дыра. Потом здесь. Теперь... рядышком опять. Ну все, это реально дырявое уже решето. Вот на последней дырке уже остановился. Думаю, может все-таки плюнуть его нахер, выбросить, поехать купить новое. Ну, ехать тоже надо, бля, на чем-то. Ну такая, вот такая вот пирога получается. Ну все, это уже железно чермет. В металлолом пойдет. Вот поставлю, куплю новый, пускай лежит до первого. Как только забубнело, загудело, сразу этот снимаю на помойку. Значит, как работаю. Вот здесь у меня стоит кусок старого дерьма.
Ну вот не поленился, все-таки пошел, взял штатив и доснял, сколько уходит времени, в принципе, на одну ватку, если все под руками. Ну все, буду заканчивать это короткое видео. Может быть, для кого-то оно бесполезно, а может, для кого-то оно полезно. Но в любом случае, мне интересно смотреть даже за возней, за любимыми мастерами. Ну, естественно, не без того еще, конечно. Ну что, буду заканчивать. Все, ребят, всем пока. До следующих.